Члены штаба поддержки референдума встретились с коллективом средней школы номер 2 имени Смагула Садвокасова в Петропавловске в целях информирования об изменениях и дополнениях в Конституцию и о предстоящем референдуме. Такие собрания будут проводиться во всех трудовых коллективах области. Конституционный совет переименовывается в Конституционный суд. Это делается для того, чтобы повысить доверие населения к правительству. Еще одна хорошая новость для Конституции заключается в том, что недра, земля и раньше были записаны как государственные, а теперь по Конституции они принадлежат народу. Это тоже вселяет большие надежды. Например, в нашем регионе идет земельный спор, и в связи с этим, я думаю, это поможет.